Идем далее. Отопление не за горами. В Кунгуре полным ходом ведется подготовка к началу отопительного сезона. В городской администрации уже подписано соответствующее постановление. В нем указано, что тепло в домах кунгуряков начнет появляться уже в конце этой недели. В городе Кунгуре 15 сентября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление уже выпущено, опубликовано. Тем, кто хотел бы с 15 числа подключить отопление, многоквартирные дома должны через управляющие компании этот вопрос решить. Если есть общий домовой прибор учета, то никаких проблем не будет. Также соцсфера, это садики, школы, также их руководители обращаются на ресурсоснабжающие организации, подключаются к теплу. Что касается домов, которые до сих пор не определились со способом управления, либо в их домах нет общедомового прибора учета, этим домам подача тепла откроют после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки в плюс 5 градусов.